Приехали, чтобы устроить детям маленький праздник. В субботу ребята из движения с мотору посетили Ивановский детский дом «Ровесник». Подобные акции мото- и автолюбители устраивают часто. В этот раз на средства спонсоров и свои личные деньги они купили для воспитанников подарки к началу нового учебного года. Чтобы порадовать детей подарками к началу учебного года, крестоварами, покатать, ну, показать, чем живет сейчас молодежь. Молодежь, которая приехала в гости, живет любовью к хорошим мотоциклам, мопедам и быстрым автомобилям. Цели вовлечь в свои ряды как можно больше единомышленников у смотровчан нет. Скорее, привлечь интерес подрастающего поколения к качественному транспорту. Стараемся развивать в них любовь. Там, как, не то, что любовь, но интерес, наверное, возникает, особенно мальчикам там интересно, да, посмотреть, что это за машина вообще, как они ездят, как они работают, что с ними вообще можно делать. Да, лазят, смотрят, ковыряются, пожалуйста, все можно, все разрешено, для этого сюда и приезжаем. Диана пожелала прокатиться на мотоцикле. Несмотря на юный возраст, девочка ничуть не боится. Напротив, очень любит скорость. Но мне нравится, когда садишься на мотоцикл, как бы, когда, ну, разгоняешься, и такое восхищение, когда, ну, душ захватывает. Вот, ну, мне очень нравится. Андрей решил воспользоваться ситуацией по максимуму. Он прокатился и на мотоцикле, и на нескольких автомобилях. Но в душу мальчику запал только один – красный Сиат. Мне нравится вот эта машина, и когда я вырасту, такую же куплю. Подзаработаю на нее и куплю. Буду работать летчиком и куплю и такую же. Пока одни катались, другие ребята играли со смотровчанами в футбол. Довольны остались все без исключения. Заряд позитива получили и воспитанники, и гости. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.